Готовим домашний квас. Порезали черный хлеб, дали подсушить на столе 2-3 дня. Потом можно и в духовочке подрумянить. А у нас духовка не работает, мы на сковородке подрумяним. Просто на горячей сухой сковородке подрумяним. Вот подрумяли наши сухарики. Если на сковородке будете поджаривать, то помешать, чтобы не пригорело. Пересыпали сухарик, а в банку налили теплой воды. Желательно, конечно, заранее подготовить кипяченую. Теперь кладем в банку ложек 6 столовых сахара. Размешиваем. Теперь берем дрожжей чуть-чуть, у нас свежий. Вот прям совсем малюсенький кусочек, вот он. Кладем туда и перемешиваем. Дрожжи нужны, когда первый раз квас наводим. Теперь добавляем наши сухари. Мы все добавили. Теперь мокрой марлечкой накрываем.